Здесь у него было 2-3 таких хороших возможности забить. Почему не получилось? Сложно сказать. Но первый момент, как бы, все так быстро происходило. Голову опустил вниз и уже не поставил, куда бить. Видел, что защитник сзади приближается, и старался как можно быстрее сыграть. А второй момент, дали пас, я уже не ожидал, что до меня дойдет, там уже последний момент. И как-то из-под себя не получился удар, хотел в дальний, попал в вратаря. В целом, сегодня доволен своей игрой? Как оценишь свои действия на поле? Полностью недоволен. Должен был реализовывать все моменты, чтобы помочь команде. Буду на тренировках работать. Насколько тяжело было действовать против более фактурных защитников в «Шахтёре» сегодня? Ну, не сказал бы, что тяжело, просто какой-то свежести не хватало, чтобы, ну, где-то в опережении сыграть. Сегодня показалось, что во втором тайме было больше борьбы в центре поля по сравнению с первым таймом. Как вот второй тайм, на твой взгляд? Бакба, она всегда должна быть в футболе, везде, особенно в АПЛ, если посмотреть. Без этого никак. И сегодня завершили сборы. А как вот оценишь период подготовки команды за это время? Хорошо поработали. Отмечу то, что первую неделю неполноценно на сборах присутствовал. Из-за этого как-то, ну, чувствую себя недоподготовленным немного. Ну, индивидуальными тренировками все наверстаю. А вообще входить в игру во втором тайме, насколько тяжело вот в этой игре было сегодня? Да не сказал бы, что тяжело, просто моментами, ну, мы контролировали, но большую часть «Шахтёр» контролировал, не знаю, не сказал бы, что тяжело. Ну, «Шахтёр» удивил чем-то? Да нет, просто перекатывали слева направо, меня ничем не удивил. Только, ну, пару игроков индивидуальными действиями, вот Илья Черняк, хороший гол, все, что могу сказать, выделялся у них.